Мое почтение всем любителям астрологии. Сегодня понедельник, а значит время узнать о том, как звезды рекомендуют вести себя в ближайшую неделю. Овны, кто-то из ваших знакомых очень и очень сильно провинился перед вами и ни в какую не хочет признаваться вам в этом. Так что будьте настороже, поймайте бандита за руку и сможете извлечь выгоду. Телец, вы преодолели полосу кризиса, пора вставать на тропу успеха, но знаете, не особо расслабляйтесь. Да шучу я, что вы напряглись, оттянитесь как следует. Близнецы, ну нас с вами ждет и неделька, ни рыба, ни мясо, овощи, фрукты, вроде не случится ничего плохого, не из-за чего переживать, но и подъемов особых не предвидится, в общем, скучно. Даже нечего посоветовать. Рак. А вы, оказывается, очень меркантильный человек. Запомните, не все в этом мире измеряется деньгами. И если на этой неделе вы не перестанете думать о них, то пропустите очень важное событие в своей жизни. Возможно, даже любовь. Львы. На работе изменений не предвидится. Но, как говорится, сделал дело, гуляй смело. Так что во внерабочее время вас ждет много приятных сюрпризов и хорошего времяпрепровождения. Подготовьте свой организм к танцам до упада. Девы, я понимаю, за минувшую неделю очень много в жизни изменилось. Но не торопитесь с места да в карьер. Экономьте силы, распределите их на всю неделю, а то если слишком усердно возьметесь за дела в понедельник, то до пятницы запала просто не хватит. Ну, недалеко уехал. Весы. Неделя идет ровно, ни тебе стрясок, ни сюрпризов. Работа, дом, друзья, работа, дом. Ну, вы меня поняли. Если сами нигде не сглупите, то стабильность вам гарантирована. Скорпион. Да, люди бывают очень глупыми. Но будьте снисходительны. Вот никого не отвергайте. Ведь те, кто на первый взгляд вам не нравится, могут оказаться очень даже неплохими людьми. Нужно просто найти с ними общий язык. Стрелец. Придется на этой неделе встречать гостей. Притом тех, о которых уже давным-давно позабыли. Подарок из прошлого. А вот принимать этот подарок или нет, решать только вам. Но решение будет иметь последствия. Так что тщательно взвешивайте все за и все против. Козероги. Все, что вы могли сделать, вы уже сделали на прошлой неделе. Все, что вы можете сейчас, это сидеть и просто ждать последствий. Если вы потрудились хорошо, то и получите тоже хорошо. А если нет, то я вам не завидую. Водолеи, всюду вас поджидает опасность. На работе появился какой-то подозрительный товарищ, от которого и не знаешь, что ожидать. В уже сложившейся компании друзей кто-то мутит воду. Предлагаю вам взять инициативу на себя и первому все выяснить. Ведь знание – сила. Рыбы, вы очень старались, а сейчас кто-то хочет взять и уничтожить плоды ваших стараний. Ну уж нет, вы ведь не позволите этого сделать. На этой неделе рыбы должны взять и заговорить. Да еще как, покажите всем, что вы здесь босс. Сейчас я очень смелый парень и могу даже прыгнуть в снег. Такой вот звездный прогноз на сегодня. Но, как бы то ни было, не принимайте все близко к сердцу. Ведь кто знает, как эти гороскопы пишутся.